Just an alley creeper, light on his feet. Добрый день, уважаемые участники и гости турнира. Ввиду объективных причин наш председатель общественной организации Сергей Савицкий не смог сегодня присутствовать, но он просил передать, что спорт объединяет людей, делает человека сильнее, целеустремленнее. Надеюсь, что все эти качества вам помогут добиться жизненных успехов. Всем участникам соревнований желаю честной, бескомпромиссной борьбы и пусть победит сильнейший. Но от себя я хочу пожелать всем присутствующим в зале крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой. И очень бы хотелось, чтобы мужчины выясняли свои отношения только на борцовских коврах и на спортивных площадках. Удачи вам всем, друзья! Відкритий чемпіонат спортивного клубу «Колізей» зірки з Побажанщини вважається відкритим.